Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как на устройстве Samsung Galaxy Note 5 включить таймер камеры. Для этого открываем камеру, затем в правом верхнем углу нажимаем на иконку настроек, переходим в настройки камеры и затем выбираем функцию таймер. Затем выбираете, насколько вы хотите установить таймер, на 2, на 5 или же на 10 секунд. Выберем, к примеру, на 5. И попробуем сделать фото. И как видите, таймер сработал. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.